Слушай, друг, у меня тут неприятность. Мы с ребятами гульнули, а я пиджак потерял. Домой доехать не на что. Выручи пятачку, а? Ради бога. Дай гривенник, мне все равно с пересадкой ехать. Пожалуйста, пожалуйста. Вот такая история. Мы с ребятами гульнули, а пиджак, а? Бывает. Со всеми бывает. Я тебе в понедельник отдам. Нет, лучше в среду. У нас как раз четверг получка. Пустяки. Как-нибудь отдадите. Сказано в пятницу. Значит, в пятницу я отдам. Как штык. Ну вот и договорились. Я пошел. Ты куда? Как куда? Куда? На работу. А я? Что? Я что, не работаю? Не понимаю. Я вам гривенник дал? Гривенник? Гривенник я тебе верну. А меня вот там в метро не пропускают. А я не выпивший. Я не выпивший? Нет. Ну вот. Я вчера с ребятами гульнул, а пиджак... Ну, ясно. Пойдемте. Разговаривай со мной для отмазки. Ну вот, я товарищу Петрову говорю, мы не можем больше тянуть с утверждением сметы. Квартальный план есть квартальный план, верно? Железно. Ну да, он говорит, без решения коллегии мы не утвердим. Вот гад. Да тихо вы. Ты пятачок опустил за меня? Нет. Я же вам дал гривенник. Товарищи, в чем дело? Ничего, ничего. Пустяки, пустяки. Все-все. Простите.
Из-за пятачка чуть человека не погубил. Слушайте, имейте совесть. Я тут вожусь с вами, деньги даю. А я нищий. А я нищий. Да я, может быть, больше тебя зарабатываю. Я к человеку. Я дал. И все. И прошу оставить меня в покое. Минуточку. Думаешь, у меня душа не болит? Думаешь, мне приятно просить? Думаешь, мне не стыдно? Ты думаешь, мне не стыдно? Ой! Ого, поскользнулся. Молодой человек, поднимается. А что такое? Вставайте. Что такое? Поднимайтесь наверх. Что такое? А вы пьяны. Я поскользнулся. Вам сказано. Я больной. Вы больной, вы пьяный. Я больной. Я с другом на укол еду. Друг. У вас нет друга. Я поскользнулся. Вот же он. Где ваш друг? Друг, товарищ Петров. Ну зачем же так? Разве так можно? Неужели вы не видите? Человек с температурой, с высокой. Надо же понимать. Тогда держите его. Куда? Позвольте. Постыдился бы в таком виде. Вам куда ехать? Прямо. Распоясались совсем. Посиди, милок, посиди. Извини, бабушка. Вы еще на меня сядьте. Размечталась. Мухтарка! Голос! Какой голос? Голос! Безобразие. В милицию его надо. Ну, зачем же так в милицию? Человек, можно сказать, всю ночь работал. Устал. Может, он мосты строил, а вы в милицию. Все, приехали. Как говорится, вам налево, мне направо. Закурить дай. Но без фильтра нет? Нет. А прикурить? Вообще-то мне некогда. Одолжи рубль. У меня нет. Тогда три. Тем более. А вообще-то я... психически ненормальный. У меня припадки. Вот я могу человеку убить, а мне за это путевку в санаторий. Я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете? Брось врать-то. Поищи. Ну, право не знаю. Ну, вот же. А говорил, что нет. Зачем же врать-то? Позвольте, позвольте, верните, отдай. Сказано, что отдам из получку. Слушайте. Что, не хочешь помочь трудящемуся? Да мы для вас, гадов, мосты строим. Какие мосты? Караул. Пари у меня, пари. Я тебе сейчас нос откушу. У меня как раз припадка начинается. По итогам первого квартала мы должны обратить внимание на неполное использование ассигнований, выделенных на развитие валового объема. Вадим Петрович, здрасте. Здрасте. Повторяю, выделенных на развитие валового... Волового? Валового объема. 49%, товарищи, остались неосмеченными. Это роковая цифра. Она не была использована и в предыдущем квартале. Правда, нам удалось перенести ее в следующий. Но и там она полностью... Thank you.
Обратимся к фактам. Что случилось? Простите, у меня из пионерлагеря сын приезжает. Срочно. Ну, если срочно, пожалуйста. Так. Пьем, значит, на мои денежки. Что с вами, товарищ? Товарищ? Напился ваш товарищ. Какой он мне товарищ? Я его совершенно не знаю. Ну, ладно, платите и забирайте. С какой-то стати? Милицию позвать. 15 суток хотите? Стойте, куда же вы? Вы уж соберитесь. О, с приездом. Спасибо. Приготовьте поставить на вид. Ну что мне с вами делать? Такси! Такси! Товарищ водитель, помогите. Пожалуйста, отвезите его, ему домой надо. Нет, ему не домой надо, вы трезвите. Да он не пьяный. У него нервный шок. Он 5000 спортлото выиграл. Сопровождать будет. Коля. Коленька. Коля. Вася. Вася. Извините. Вася, где ты живешь? Напрягись. Куда ехать, а? Серебряный бор. Здесь? Здесь. Ну, выгружайтесь. Спасибо, друг. Спасибо. Вы, пожалуйста, счетчик не выключайте. Я сейчас, сейчас. Ну? Красота. Природа. Где ваш дом? Построим. Люблю сюда приезжать. Что значит построим? Что значит приезжать? Вы что, здесь не живете? Кислород. Дыши, друг. Какая наглость. Все, 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 все. Поехали. Поехали, поехали, скорее. А он? Что? А если утонет, кто будет отвечать? А может, его вытрезвитель? А я вам сразу сказал, вытрезвитель, а вы 5000. Так ведь жалко же человека. Жалеете, жалеете. Так и будете кататься на весь выигрыш. 4.12.
3,62 и 5. Чего? 2,5 литра. А может, у него телефон такой? А, да-да-да-да-да, конечно, конечно, телефон. Это где-то у Тушина. Мы сейчас по справочному найдем. Забыл, не забыл, да, оп. Вот и мы с Васей. Спокойно, Клава, я давно приехал, этот задержал. Здравствуйте. Ларичев, Вадим Петрович, экономист. Вчера дантист, позавчера артист. Врать меньше надо, алкоголики проклятые. Простите, у вас не найдется... Пить надо меньше. А я не пил. Простите. Ради бога, извините. У вас пятачка не найдется? Что, что? 5 копеек. Что это значит? Вот, 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 прочти, прочти, что это значит? Вот прочти. Вылетаю 25-го. Правильно. Приветом, Гогия. Гогия, понял? Ну и что? Ну что, ну и что? Что, ну и что? Гостя принять надо. Принять как полагается, хорошо. А без водки нельзя? Поставить какие-нибудь блюда. Блюдо, 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 это потом. Сначала водка, такова традиция, закон гостеприимства. А ты забыл предупреждение врачей? Тебе же нельзя пить. Я не собираюсь пить. А кто будет пить? Я, что ли? Кажется, я нашел выход. Позвольте нашу встречу, посвященную важному событию в жизни коллектива, выполнение плана реализации на 103.1%, то есть перевыполнение на 3,1%, считать открытой. Предлагаю выпить за каждый процент отдельно. Другие предложения нет. Принято единогласно. Прошу за первый процент. Товарищ Дорошенко, товарищи, посмотрите на рюмку товарища Дорошенко. Пузырьки. Анна Николаевна, я надеюсь, что ваше отношение ко второму проценту не выражается в пузырьках. Ну что вы, что вы? Я уважаю. Я тоже так думаю. А то ведь можно понять иносказательно. Прошу вас, закусывайте. Вы из какой организации? Ну, а теперь позвольте за 3,1%, товарищи. Товарищи, я вас вынужден покинуть. На одну секундочку. Давайте споем все вместе. Только все, все споем, те друзья. Ведь завтра хорошо, вперед с подъемом без предрассветный туман. Панюков, присоединяйся к коллективу. А говорил больной. Нехорошо, нехорошо, Панюков в заблуждение вводить товарищей. Сердце, понимаешь, брахлит, а последняя кардиограмма...
А, ну тогда иди, дорогой, иди, береги его сердце, это второго все равно не дадут, а план мы перевыполним. Трагедия у меня. Кто? Кто-кто? Кто умер? Никто не умер. Друг ко мне приезжает, 15 лет не виделись, в армии вместе служили. Серафим Сергеевич, идите сюда! Бегу, бегу, бегу! Вот в ситуации действительно хамство может получиться. Приезжает друг, а ты... Во сколько он прибывает? В 11 самолет прилетает. Час на дорогу, значит, у тебя он в 12. Так, панихида в 11. Да. В час приеду. Минут 40 посижу, больше никак. 15:00 буража и кубок вручаю. В первую тройку они вышли. Спасибо. Приеду. Ты что? Присядем на дорожку. Ой. Ты что, боишься? Чего боюсь. Боишься? И много людей на кафедре. А платок? Вот здесь. Не могу двух слов связать. Очки здесь. С футляром? С футляром. А бритва? Бритва в чемодане. Чемодан. Забыл. Что? Диссертацию. Ой, диссертацию. Жизнь тебе и мне. Работает, работает. Ну а что толку? Что толку? Как что толку? А диссертация? Слышали? 10 лет слышу это слово диссертация, диссертация. Знаете, не защитит он свою диссертацию. Не будет ни жены, ни детей. Вот так и знаю. Встали. Я еще раз поцелую детей. Ой, боже. Ну, слушай, дорогой, пока я тебя тут жду, можно было бы утаить 2 раза. Поехать и приехать, поехать и приехать. Вот еще. Что еще? Передай привет профессору Стародубцеву, профессору Сергеевскому и особенно академику Леонтьеву. И не волнуйся, все будет хорошо. Хорошо. Ты мне веришь? Да. Боги. А, забыл. Возьми диссертацию. Ох ты, черт, спасибо. Спасибо. Не беспокойся, все будет хорошо. Слушай, я не успел увязать вступительную часть, заключительную. Вот что меня волнует больше всего. Я вылечу следом за тобой. Вот жена Клава, вот сынок Антошка Шалопай. У меня дочки, дочки у меня. 2? 5. Ой, где моя папка? Вот папка. Ой, все время с этой папкой. Можно? Садитесь. Садись. Спасибо. Садись. Вот. Клав, садись тоже сюда. Сиди. Вот всегда так. Вот, ну... Квартира 18, это кухня 6,5. У меня 3, но все-таки нас много. У вас много, у вас больше все. Да, ну... Ничего, хорошо. Изменился-то, усы такие. Был такой же прячь. Как хорошо, весело, когда встречаются друзья. Это... Ну, а тебе никуда не нужно? Надо. Надо позвонить, конечно. Телефон есть. Позвоните. Позвоню. Пусть позвонит. Пусть позвонит. Да. Да. Тема моей диссертации – выращивание индонезийского переходного клевера в зимних условиях в горах Западной Грузии. Мы тоже придем. Да, можно, конечно, но не беспокойтесь, не стоит. Извините. Извините.
Здравствуйте. Опоздал. Закрутился. Виноват. Защита диссертации без отрыва от производства. Ружевский, как летелось? Плохо знаю. Молодец. Самолет задержался? Подъем. Разрешите? Да, пожалуйста. Вот, садись. Так, садись. Гость есть? Все готово, прошу садиться. Разрешите приступить? Давай. Приступайте, приступайте. Не-не-не, спасибо, мне нельзя. Ну, а кому можно? Первый тост, товарищи, за родину нашего дорогого гостя. За кладовую черного золота, солнечный Азербайджан. Он грузин. За солнечную Грузию. За любезный моему сердцу город Тбилиси, за все солнечные республики Кавказа прошу выпить. Большое спасибо. Ты знаешь, сердце покалывает. Вы не уважаете родину своего лучшего друга. Ну, почему же я уважаю? Я, ну, ты знаешь, на сос тут. И вы не уважаете родину своего друга? Я уважаю. Нет, я тоже, конечно, уважаю немножко. Закусили? Ввиду важности следующего тоста. Не, мне больше нельзя, спасибо. Ну, немножко можно, даже будущему светочу науки. Прошу всех встать. А вы... Да нет, нет. Клав. А вы, Клавдия Михайловна, Михайловна сидите. За милых женщин, за наших замечательных тружениц, за матерей, жен, сестер. Понимаете, сегодня у меня в 17 часов защита диссертации. Я не могу выпить. Вы не уважаете Клавдию Михайловну. Нет, нет, как нет, я уважаю. Будь здоров. До дна, до дна, до дна. Понимаете, сегодня у меня в 17 часов. Вот это по-нашему, по-кавказски. А теперь следующий тост, товарищи. О, здрасте. Мой сын Антошка Шелопай. Паюков младший. Держи. Новый фокус знаешь? Нет. Садимся, молодой человек. Здравствуй, Антон Федорович. Спасибо. Следующий тост предлагаю. Не-не-не, мне уже нельзя. Вам. Антон. Вам. Это не советую, Антон Федорович. А вот это можно, лимонад. Товарищи, друзья, я предлагаю тост за наше молодое поколение, за его успешное нравственное и трудовое воспитание, за достойную нашу смену. А прогресс с наукой мы... Этот тост Панюкова вот придется пропустить. Не тост... так ли, милый? Да, вот это... Женщина, стать нас! Нет, 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 нет. Младший сержант Ванего, нет, сейчас. Вот этим большим бокалом я хочу выпить за хранительницу этого дома, этого очага. Разрешите? За науку и прогресс! За вечное движение! За куда? Пора, куда? Пора, до завтра. Пора, 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 пора. Куда? Ружевский всем нужен. Лечу на взлет. Летим, братцы, летим. После защиты диссертации обязательно буду. А науку и прогресс? Что-то скучно стало. Ружевский ушел и скучно стало. Голубого гайка собирается пока. Я пятаки могу ломать. Клавочка. Ой, лампочка.
Лапушка, вот ты где, Лапушенька? Мы осиротели без вас. Насос работает нормально. Верхний кантовар. Еще одна. О! О! Другую. Я недавно головой быка убил. А, веска. Лук есть? Закусываем. И тогда вдруг заплачут облака. И кузнятин запилит. Да? Да? Алло? Какого-то Гоги Георгиевича. А? Остановился. Можно, можно. Это тебя. Меня? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. О, здравствуйте. Профессор Стародубцев? Профессор Стародубцев хочет прийти. Так, пусть приходит. Пусть приходит. Пусть приходит, конечно. Так, да? Кто? А хотим Глеонти. Пусть приходит, пусть приходит, давай. Пусть приходит. Адрес, адрес знает? Адрес знаете? А, знаю, знаю. А, алло. Да, пусть приходит, да. Колючего захватит. Побольше. Да какую захватит? А? Твою? Я думаю, что будет интересно. И народу много собралось, да. А, Иван Иванович, какими судьбами? Здравствуйте. Не выдержал, приехал поболеть. Зачем? В данном случае защита — простая формальность. Вы согласны, коллега? Видимо, да. С такой диссертацией, коллега, не кандидатскую, а докторскую защитить можно смело. О, вы знаете, он такой скромный, нерешительный. Ну что вы, прошу вас. Спасибо. Вы знаете, я его только что видел. Да? По-моему, очень решительный молодой человек. Он ходит по вестибюлю и всех спрашивает, где буфет. Не может быть. Вы его с кем-то спутали. Да что вы, я его очень хорошо знаю. Вот он. Заплачу табла. Здрасте. Конфетка. Сувенирчик на память. Так. Позвольте начать. Пожалуйста, начинайте. Ввиду важности тоста прошу всех встать. Плачет облака, и кузнечик запрягает на крыльях. Кузнечик, кузнечик. Какой-то странный. Может быть, вызвать скорую помощь? Товарищи, да он же пьяный. Лишить его права защиты! Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне без вас одиноко. А мне без вас. Я все жду, жду. А вы все боитесь, боитесь. А вот теперь я ничего не боюсь. Никитин! Никитин! А? Что «а»? Вы что, уснули? Нет. Нет. Давайте все сначала. Ага. Вот так. Готов? Готов. Я готов. Начали. Я ничего не слышу. А я молчу. Почему? Видите ли, вы меня совершенно не знаете и даже не представляете. В общем, я ваш сосед из дома напротив. Почему же не представляю? У вас полосатые занавески. 7:15 утра вы кормите рыбок, а в 7:35 пьете молоко прямо из пакета. Так, значит, вы тоже меня видите? Тоже. И вечером? И вечером. Ну и как же вас зовут? Сосед напротив. Алик, то есть Александр Петрович. Вернее, Александр. А меня Наташа. Наташа, скажите, а что вы сегодня делаете? Может, пойдем походим? Куда походим? О, куда-нибудь. А хотите, я сейчас за вами зайду? Заходите. Мама, он позвонил, мам. Да, сам. Мам, не могу больше разговаривать. Он уже идет. Ну, пока. Валерий Феликсович, извините, пожалуйста, у меня к вам несколько необычный вопрос. Разрешите?
Ну, если не обычный, то проходи. Здравствуйте. Здравствуй, Алик. Валерий Феликс, вот вы объездили весь мир. Скажите, этот или вот этот? Ну-ка, ну-ка. Да нет, Алик, ни тот, ни другой. Тут нужен яркий. Яркий, да, у меня яркого нет. Да ты подожди. Этот-то пока сними. Иди-ка сюда. Так. Чего это ты так дрожишь? Боюсь. Видите ли, мы, собственно говоря, не совсем знакомы. Да все как-то... Свидание, значит, собрался. Ясно. Иди-ка сюда. Выпьешь 100 грамм для храбрости. Помогает. Спасибо, я не пью. Чудак, тебе никто и не предлагает пить. Это так, маленький допинг, вроде лекарства. Ну, давай. Ой. Он влюбился. Добрый день. Здравствуйте. Это правда? Вот, наденешь этот. Приносит счастье. Наденьте. Что? Наденьте, я тебя наденьте. Прошу надеть этот пиджак. Ну, знаете, как-то неудобно. А вдруг запачкаю? А ты не пачкай. Ну вот, прекрасно. Замечательно. Очень хорошо, очень. Большое спасибо. Я сегодня же верну. Ничего, ничего. Можешь даже завтра. Ну, ни пуха, ни пера. Да. Будьте здоровы. Счастливо. А он симпатичный. Ну что ты. Чудный мужик. Только чересчур скромный. Знаешь, уже 20 лет все младших научных сотрудников ходит. А ты что смотришь? Взял бы и помог хорошему человеку. Точно. Белогорский от нас в НИИ Габзул переводится. А я на его место Алика. Ну вот видишь, как хорошо все получается. Точно. Чего это ты так дрожишь? Боюсь. Иди-ка сюда. Выпьешь 100 грамм для храбрости. Помогает. Будьте добры, я очень тороплюсь. У вас не найдется чем-нибудь выпить. Грамм 50. У нас не распивочная. Скажите, пожалуйста, а где ближайшая распивочная? В магазине. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие маленькие бутылочки? Мерзавчики. Нету, нету. А вот немножко побольше. Чекушки. Нету. Вот мне бы... Ну, пожалуйста. Ну, не задерживайте. Нет, тут, тут вот некоторые на работу торопятся. Все время вы меня толкаете. Ну, не, извините, минуту, извините, дайте подойти, дайте подойти. Идите дома себе. Отгамзы не принимаю. Товарищ, может, скооперируемся, а? Мне тоже не нужна целая бутылка. Возьмем и разольем кому сколько надо. Ага. Да, да, пожалуйста. Разрешите пройти? Вернулся. Минуточку. Работал, разрешите. А? Товарищи, давай, я давай. Здесь стою. Правильно. Товарищ, ну как же, я здесь стою. А это какую очередь решит? Разрешите? Какое безобразие. Вот мне нужно немножко спирта. А в аптеке не дают без рецепта. Возмутительно. Давай возьму. Стой здесь. Нёренька. Мне бутылочку. Да для больного ж беру. Куда? Куда? Значит, что обещал, принесу. Что, что? Пойдите, ребятки, куда это мы? Сейчас, сейчас. Заходи в салон.
Заходи, заходи, не стесняйся. Хе-хе, стаканчики есть. Вот, пожалуйста, здесь 60 копеек. Карманчик. Мне совсем чуть-чуть. Понял, понял. На, держи. Да на 60, чего ты смотришь? Спасибо. О, да, слушай, а... Деятель, ты куда? Домой. Что дом? Собачке компресс надо сделать, ее кошка расцарапала. А стакан? Он что тебе, дары природы, что ли? Он, между прочим, денег стоит, понял? Угу. Ага. А сколько? Сколько, сколько? Полтинник. Где я замазался? Пожалуйста. Будь здоров. От жлобяра. Значит, собака из стакана, а люди из бутылки. Да ты садись, чего? Да бери, пей. Вот до сих пор. Ну, будь здоров. Ой, вы знаете, я как-то не могу. Ну ты даешь. Так, выдохни воздух. Задержи. Давай помаленьку, давай, давай, давай. Ты молодец. Давай сюда. Хорошо. На, закуси. Ну что, разлилось? Да, разлилось. Можешь еще сбегать? Не стоит, спасибо. Я, в общем-то, не пью. Да, я тоже. Нет, в самом деле, я только сегодня. Угу. Для храбрости. А что, в суд вызывают? Да нет. Вот представляете, мое окно против ее окна. Я сижу, звезды, а она играет на арфе танец фей, дроже. Да, вот у меня тоже дроже. Слушай, давай-ка возьмем еще бутылочку, а? Сейчас подумаю. Нет, вы знаете, мне кажется, что не стоит. Боишься? Нет, я не боюсь. Сейчас встану и пойду. Куда? К ней. В гости? В гости. С пустыми руками. Бутылочку надо взять. Ой, Эврика! Конечно, это же гениально! Как же я сразу не додумался! Ну да! Эй, не забудь бутылочку и баночку шпрот! О, куда ж ты девался? Ну, купил? Да. Вот. А что это такое? Мажи. Французские духи. 50 рублей. Она будет очень рада. Сколько? Деньги я в сам коробочку залезу. Красиво. Обмыть надо. Алло? Это ты? Нет еще. Я не знаю, мама. Из дома он вышел. Ну как же пошутил, когда он на меня полгода смотрит. Вблизи? Ну, конечно, видела. У него очень благородное лицо, мама. Нет, все-таки сколько прекрасно заложено в людях. Вот взять хоть нас. Федя.
Вот мы с вами совершенно не знакомы. А как вы ко мне отнеслись? С каким участием? И вот Валерий Феликс, член-корреспондент, член четырех королевских обществ. Я его спрашиваю, подходит ли галстук, а он мне пиджак дал. А почему? А потому что он по-настоящему интеллигентный человек. А? Ведь что такое интеллигентность? Интеллигентность – это не количество знаний. Сейчас все все знают. Интеллигентность – это прежде всего доброжелательность. Кофе будете? Я буду! Домой пора. Ведь каждый человек прекрасен, пока он не докажет обратное. Вот мы с вами в сущности совершенно не знакомы, а вы проявляете ко мне доброжелательность. Вот тяните время, слушайте меня. А почему? Почему? А потому что вы тоже по-настоящему интеллигентный человек. Да, я такой. И она такая. Молоко, говорит, прямо из пакета пьёте. А начальник твой жлоб. Сучил тебе пенжак, а теперь всю жизнь попрекать им будет. Я тебе пенжак дал, я тебе пенжак дал. Слушай, отнеси ты ему этот пенжак. Да правильно, а то еще запачкаю. Ага. А может, вы отнесете? Понимаете, мне неудобно. Хорошо. Скажите, что я заболел. Конечно. Вот, и, по-моему, все в порядке. Понял. Ну, пока. И поблагодарите, пожалуйста. А, конечно. А где он живет? Третий этаж возле лифта справа. Ага. Ну ладно. Первый. Второй. Третий. Правильно. Одну минуточку, злая собака. Топочка, Топочка, иди сюда, моя милая. Собака. Спокойно. Простите, вам кого? Академик дома? Какой академик? Ну, мужик твой. Нет. А почему он академик? Ай, на, держи. Какой? Женька прислал. Что такое? Что? Слепая, что ли? Пинжак. Какой пинжак? На, держи, пожалуйста, и поблагодари, пожалуйста. Позвольте. Ай, зачем премного вам благодарны. Все, отдал. Ну, а он что? А его нет дома. Я его бабе отдал. Ну и дуру он себе нашел. А где бутылка? А? Выпил, что ли? Да нет, ну что, вот он. А вот ее окно. Слушай, давай Нюрку позовем. Посидим, попоем. Твоя поиграет, моя попоет. Да нет, Федя, давай лучше в другой раз. Понимаешь, я с ней не совсем знаком, а приведу с собой еще двух совершенно знакомых людей. Нет, лучше давай другой раз. Алик, постой! Погоди! А можно? Да нет, Федя, все равно неудобно. Большое тебе спасибо. Ну? До свидания. До свидания. Алик! А как же я? Ну ладно, Федя, пойдем. Вот увидишь, она нам обрадуется. Вот мы придем и скажем ей: дорогая Наташа, нам без вас одиноко.
Она нам скажет, а мне без вас. А мы ей скажем, а мы вам духи принесли. Фига мы принесем. Духи-то ты в пинжаке оставил. Это опять я. Там Женька в пинжаке духи забыл. Так ты принеси, пожалуйста. Какие духи? Какой Женька? Женька, который гриппом заболел. Да что говорил только. Принеси, пожалуйста, а то нас там баба ждет. Ничего не понимаю. Я вас первый раз вижу. Погоди. Выходит, я тебе и пинжака не давал? Конечно, не давал. Ясно. Ну, что там такое? Не знаю, то ли пьяный, то ли ненормальный. Вот он опять. Иди сам, а то я его боюсь. Здрасте. Валерий Федорович, там в пиджаке я духи забыл. Разрешите, я их возьму, а? Ну, пожалуйста. О, а вон она! А говорила, что ее нет дома. Все время врет. Послушайте. Алик. Что? Алик, объясните, пожалуйста, что происходит? Надежда Ивановна, там в пиджаке, который любезно мне вручил Валерий Федорович, французские духи. И я хотел бы их забрать. Какие духи? Какой пиджак? А такой, который же ты меня взяла. Опять 25. Да я вам еще раз повторяю, я вас первый раз вижу. Надежда Ивановна, только не обижайтесь. Вы, наверное, просто забыли. И это бывает, и даже со мной. Вот я приду на кухню за веником, стыду, ну чего я приходил? Это же возраст. Да. Алик, я тебя очень прошу, да. Иди домой, ляг спать. Ну, бог с ним, с пиджаком. Да не нужен мне пиджак, Валерий Феликсович. Если вам нужно, оставьте себе мой пиджак. Угу. Но верните мне духи. Надечка, подожди. Алик! Я вам еще раз русским языком объясняю, что вот этот человек мне ничего не давал. Надечка. Вера, выходит, этот пиджак я себе взял? А куда же я его дел? Съел. Или в карман положил. О, где полтинник мой? Подними ногу. Ай, скажи, пусть ногу поднимет, он на полтинник наступил. Вот, вот ваш полтинник, возьмите. Точно, мои. Тоже зажать хотел? Ой, Надя, прекрати, я сам разберусь. Да нет, Федя, ну, она не хотела. Надежда Ивановна, вы же не хотели зажать. Олег, я тебя еще раз прошу, иди домой, ляг спать. Валерий Федорович, я, конечно, извиняюсь, но когда мне спать? И где мне спать? Это мое личное дело, понятно? И пока я не добьюсь правды, я отсюда никуда не уйду. Из принципа. Из принципа. Да? Да! Ну, в таком случае, дорогой Алик, я буду вынужден тебя и этого джентльмена выбросить за дверь. Да. Да? Да. А я выпущу его. Так вот, послушай, Ваня, это во-первых. А во-вторых, я тебе не Алик. Он Женька, ты понял? Александр Петрович. А в-третьих, разговаривать в таком тоне в присутствии моего друга? Я тебе не позволю, понял? Хам. Что? Мещанин! Вон они! Вот!
Наш деколон. Наш. А Галила не брала. О, уже отпила? Ну ничего, водой дольем. Бесстыжие глаза твои. Пошли. Я... Она не могла. Она не хотела. Надежда. Сиди, сиди, ребята, вот это и есть наша Наташа. Хорошо? Витёк, друг Феди. Наташа. Ребят, проходите. Наташа, а где у нас кухня? Там. Это вам подарок. Подарок из Франции. Вот. Наташ, пожалуйста, рюмочки. Да. Это маленькие, чашки давай. Садись. За Наташу. Хотя я давно ревную Наташу к ее арфе. Наташа, сыграйте что-нибудь. А что? А вот это. Все друзья смеются надо мною. А разлучить меня хотят с тобою возле дома твоего, ради счастья твоего, целый день родная ошиваюсь. Возле дома твоего. Люблю музыку. Наташ, сыграй, честно говорю, сыграй. Это я не умею. Ну, давай ты, Витёк. Угу. Я сам. Наташ, вы не волнуйтесь. А что? Не так. На себя контуй. О, и... Ой, гляди, Василюс, сколько их в поле мерцает. Часто по целым ночам я собирал их для ули. Пожалуйста, не надо играть. Это же арфа. Наташа, пусть Витёк играет. Он наш гость.
санатории. Где? В каком санатории? О, товарищ начальник, я это вот как... Ну ладно. В каком санатории? Ты что, слепой, что ли? Вы трезвите ли? Санаторий. А зачем вы трезвите? А затем? Нафига ж ты арфу выкидывал в окно? Я? Арфу? А твоя-то шум подняла, соседи набежали, милицию вызвали. А теперь из-за тебя меня общественность будет прорабатывать, имя трепать. Торжественную встречу по случаю успешной защиты диссертации без отрыва, подчеркиваю, без отрыва от производства Гоги Георгиевича Чхитхвадзе, считаю открытой, на этот раз я не опоздал. Добрый вечер. Клавдия Михайловна, у вас все готово? Что случилось? В чем дело, Антон? Папа умер. Thank you.